Блять, биткоин $3000. Лучше бы я не просыпался. Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин снова тестирует уровень $3400. Посмотрим, насколько сильным он окажется. А главной темой сегодняшнего видео станет грядущий биткоин-халвининг в 2020 году. И если вам, ребята, нравится такой контент, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, буду очень благодарен. А теперь давайте начнем. Что же из себя представляет халвининг? Пока мы сейчас говорим, примерно каждые 10 минут майнеры создают блок биткоинов. В настоящее время награда за это составляет 12,5 битков. Таким образом, если один пул находит блок за эти 10 минут, он получает 12,5 биткоинов. Конечно, 10 минут это всего лишь среднее значение, все мы прекрасно понимаем, что на добычу блока может уйти больше или меньше времени. Так что, как вы можете видеть, ежедневно добывается множество новых биткоинов. Вы можете воспринимать это как жестко закодированную инфляцию, причем такую, которая уменьшается примерно каждые 4 года. И причина, почему мы говорим примерно каждые 4 года, зависит от высоты блока, да и к тому же мы не знаем точно, сколько времени потребуется, чтобы найти один блок. Так что следующий раз, когда вознаграждение для майнера будет уменьшено вдвое, а следовательно инфляция фактически тоже станет меньше, будет 24 мая 2020 года. Биткоин существует только с 2009 года, поэтому халвининг происходил только дважды. Это было 28 ноября 2012 года и 9 июля 2016. Соответственно, третий халвининг биткоина уменьшит награду майнерам в два раза. Она будет составлять 6,25 биткоина за добытый блок. И это произойдет уже совсем скоро, если так подумать. Чуть больше года осталось. Если мы посмотрим на график прямо сейчас, то мы увидим, что каждый раз перед халвинингом в определенный момент цена биткоина начинает расти. Можно назвать это подготовкой к самому халвинингу. Поэтому, если говорить об определении цены, то мы вспоминаем, что есть спрос и предложение. Чем выше предложение, чем ниже спрос, тем ниже цена. И наоборот, чем ниже предложение, чем выше спрос, тем выше цена. Конечно, сейчас этого спроса не очень-то и видно, но в долгосрочной перспективе на бычьих рынках спрос на самом деле становится больше. И это то, что мы видим в социальных сетях, в проектах, в рыночной капитализации, в долгосрочной перспективе. Поэтому существует так много индикаторов, которые показывают нам, что спрос на биткоин тем больше, чем дольше он существует. Как я витиевато завернул-то. Но в 2020 году, даже если спрос останется неизменным, хотя и с тенденцией к росту, мы знаем, что предложение сократится вдвое. А что это значит? Вы правильно подумали. Единственный путь цены как минимум перед халвинингом только вверх. Исторически халвининг непосредственно оказывал незначительное влияние, хотя обычно цена росла уже после него, говорит Крис Уилмер, профессор университета Питтсбурга. Криптовалютные рынки сильно зависят от таких событий, и по мере приближения к дате следующего халвининга цена получит новый импульс. На протяжении месяцев, предшествовавших двум последним халвинингам, мы видели, что цена биткоина неуклонно растет вверх. Комментирует Гарик Хайлиман, руководитель исследований блокчейн и соучредитель компании Mosaica. А на этом у меня все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями обязательно. Богатейте, куда же без этого. Всем удачи и до скорого.